знаете, люди, где обитают подземные олени? Да у нас в России, на Ямале. За чудесных зверей ненцы принимают мамонтов. Слышали про мамонтенка Любу? Она здешняя. Настоящих северных оленей тут больше 700 тысяч. Для ненцев олени – это и транспорт, и еда, и одежда, и чум. А в реках гуляют гигантские стада царской рыбы – осетра, нельмы, муксуна. Слово «Ямал» означает «край земли». Дальше Карское море и Ледовитый океан. Даже главный город Ямала, Салехард, стоит аккурат на границе полярного круга. А этот холодный край обогревает всю Европу. Ведь здесь треть мировых запасов природного газа. Во какой капитал! Богатства разные, а страна одна.